Белорусский спорт ожидает существенные изменения в сфере инноваций. Сегодня об этом говорили на Международном научном конгрессе в Белгосуниверситете физической культуры. Научная и деловая программа будет включать доклады, презентации, мастер-классы, семинары, дискуссионные площадки. В нашей стране такой форум проходит впервые. Участники его назвали уникальным. В Минск приехали более 500 гостей из 18 стран. Подобная площадка особо актуальна в преддверии вторых европейских игр, которые пройдут в Беларуси в июне будущего года. Пообщавшись уже с ректоратом, с профессорами, с докторами, пообщавшись, у них у всех заинтересованность и в следующем году приехать сюда посмотреть и в преддверии вот этих европейских игр. Это хорошая площадка, в том числе и для них, показать свои современные достижения. А нам это все подчеркнуть и взять себе. Форум продлится до 20 апреля.